вами Надежда Митишева, эксперт по загородной недвижимости Одинцовского района. Сегодня я вам покажу удачный дом в удачном месте. Редко встретишь дом, в котором продуманная планировка сочетается с красивым ландшафтным дизайном, практически сливающимся с природным ландшафтом, да еще и расположенным в стратегически удачном месте. Дом на прилесном участке, своя калитка в лес. На участке прекрасный ландшафтный дизайн, за которым кропотливо и с любовью ухаживали в течение 10 лет. Здесь и беседка-барбекю, пруд с лотосами. Планировка дома позволяет и плодотворно работать, и комфортно отдыхать, и принимать гостей. На первом этаже гостиная с каминным залом и выходом на веранду-столовую с панорамным остеклением, просторная эргономичная кухня и кабинет для плодотворной работы. Поднимаемся на второй этаж. Здесь расположена мастер-спальня с окном видом на лес и со своим санузлом. А две детские расписывал известный художник. В цокольном этаже и мансарде расположены помещения для отдыха и игр, бильярдные и прочее. Транспортная доступность, пожалуй, лучшая в Одинцовском районе. Минское шоссе, платная трасса «Север» на обход Одинцова. Боровское и Киевское шоссе позволят вам добраться в город без пробок и проблем. Рядом несколько муниципальных школ и две лучшие частные школы России. Это МЭШ Зайцева и гимназия святителя Василия Великого. Пожалуй, лучшее место в Подмосковье, чтобы вырастить счастливых детей. Не откладывайте свою жизнь на завтра. Позвоните мне уже сегодня, и я вам с удовольствием покажу этот дом.